Аффирмации для седьмой чакры Сахасрара. На самом деле в коронной чакре не бывает блокировок. Она может быть более или менее раскрыта, более или менее развита. При раскрытии чакры человек переживает все больше и больше мгновений, когда разница между внешним и внутренним существованием стирается и исчезает. Он переживает все больше моментов, когда он просто существует, принимая все сущее. В таком состоянии не бывает потребностей, мыслей, страхов и так далее. Сознание совершенно спокойно, и человек воспринимает себя как часть чистой сущности, которая вбирает в себя все сущее. Чем больше разрабатывается коронная чакра, тем чаще наступают такие мгновения, которые в конце концов превращаются в постоянное ощущение равновесия и идеальной гармонии как с собой, так и со всей абсолютно Вселенной. Наши новые мысли. Поскольку эта чакра отвечает за состояние сверхсознания и высшее знание, то и говорить о ней просто нечего. Я необыкновенно мудрый и знающий абсолютно все человек. Я не жалуюсь на превратности судьбы, и мне не нужны чьи-либо советы. У меня нет сомнений в самом себе. Я Бог своей Вселенной. Я бесконечность Вселенной. Я веду себя как Бог. Надо ждать, я жду. Надо терпеть, я терплю. Надо жить, я живу. Встречаясь, я встречаю. Расставаясь, я расстаюсь. Радуюсь и наслаждаюсь каждым мгновением жизни. В этом и есть весь смысл, вся моя духовность. У меня есть свое предназначение в жизни. Я нахожусь в гармонии с самим собой. Внутри у меня полное спокойствие. У меня нет вопросов, на которые я не могу получить ответы. У меня всегда есть ответы. Меня не беспокоит отсутствие равновесия в других чакрах. Они все у меня в балансе. У меня благоприятное отношение к жизни. Я не тягощусь жизнью. Я не испытываю трудностей в общении с людьми и животными. Мне всегда легко в определенных ситуациях. Пусть они немного и сложны. У меня нету страха смерти. У меня хватает желания вкусить полноту этой жизни. У меня много уверенности в себе и доверия к миру, а также чувство единства. Я не сбрасываю с себя ответственности за происходящее вокруг самого себя. Не возлагаю на других надежды. Я понимаю, что все начинается и заканчивается моим личным выбором. Я просто живу и тем самым реализую свое личное действие. Я человек, который сам себе выбрал эту жизнь. Мои возможности духовного развития велики, и мой истинный внутренний потенциал легко реализуется. У меня огромная связь со Вселенной и со всей сутью на планете. Я свободный человек от всех страхов и противоречий. Мои энергии уравновешены, и они находятся в равновесии с энергиями Вселенной. Но сейчас заиграет мантра. Я желаю вам приятной работы и самочувствия. Oh.
с вами была Юлия Жукова.